этом деле главное соблюдать технологию. За этим тщательно следят несколько десятков специалистов. Толщина верхнего слоя асфальта, который укладывают на улице Лесная около Кинапа, должна быть ровно 5 сантиметров. Температура смесь от 150 до 170 градусов. Работа жаркая, хотя ночью выдалась холодная. Здесь идет ремонт комплексный, а значит масштабный. В рамках комплексного ремонта предусмотрена замена бортовых камней, замена люков колодцев, частичный ремонт оснований проезжей части, где вылезли слабые места, ремонт тротуаров, ремонт газонов, устройство придорожной плиты. 6 многотонных катков и 2 асфальтоукладчика. За смену такая команда продвигается на 6000 квадратных метров. Гарантию на свою работу подрядчик дает 5 лет. Если за это время появятся дефекты, фирма устранит их за свой счет. Каждый этап ремонта на контроле у общественников и специалистов. В целом по Самаре план ремонта дорог обширный. В этом списке более 80 улиц. Там много лучше дороги стали. То есть и больше улиц сделали. Считаю, все центральные улицы сделали. Ну, гораздо лучше, чем предыдущие годы, точно лучше. Более 53 объектов будет отремонтировано картами свыше 100 метров погонных. И ряд объектов будет отремонтирован комплексным ремонтом. Это улица Лесная, Северо-Восточная магистраль. Ремонт картами свыше 100 метров. Это проспект Кирова, это Советская армия. Из бюджета всех уровней на ремонт самарских дорог выделяют более 2 миллиардов рублей. На части дорог работы продолжатся в 2017 году. И уже сейчас формируется перечень новых объектов, которые начнут обновлять в следующем году. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События.